улицу Гагарина для проведения очередного рейда по благоустройству мы выбрали не случайно. В рамках областного месячника по благоустройству Димитровград активно приводит в порядок перед зимой. А центральная улица города должна быть примером для подражания. Первое, что бросилось нам в глаза – состояние территорий, за которыми должны следить арендаторы и собственники торговых помещений. Конечно, это архитектурный облик. С архитектурой согласовывали архитектурный облик здания. Все падает на хозяина. В данном случае претензии членов комиссии касаются состояния урн и крыльца. Поговорить лично с хозяином здания нам не удалось, поэтому предписание санкомиссии на устранение недостатков и уведомление о составлении протокола об административном правонарушении оставляем представителю одного из многочисленных арендаторов. А эта живописная картина расположилась буквально в метре от предыдущей. Ответ администратора магазина, признаться, нас даже несколько обескуражил. Куда вы мусор вообще деваете от своей деятельности? Вот и урну она освободит дальше. Куда она денет все это? Я не знаю, он там сам как-то. Согласно правилам благоустройства нашего города, все организации, будь то торговые или же промышленные, должны иметь договор на вывоз ТБО со специализированной организацией. Во время рейда по улице Гагарина ни один из проверенных магазинов нам такой бумаги не предоставил. На словах же, почти все дворники отходы деятельности магазинов выносят в контейнеры на улице Аблова. Результат, как говорится, в отдельных комментариях не нуждается. Рядом с контейнерной площадкой – задворки городского филиала Ульяновской сетевой компании. Здесь тоже нарушение правил благоустройства, как говорится, налицо. Итог рейда – руководитель почти каждой торговой точки на улице Гагарина получил протокол об административном правонарушении и предписание на устранение недостатков по линии правил благоустройства. Наталья Васильева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.